Богатая старуха в одной стране жила. Богатая старуха внезапно умерла. Остался без хозяйки угрюм и одинок, такой же, как хозяйка, породистый бульдог. Имела та старуха племянников родных, а также по закону наследников иных. Имела та старуха солидный капитал. Когда жди наследство, советный час настал. Наследники узнали к позору своему, что все, увы, досталось бульдогу одному. Адвокаты за это отвечать. Закон на завещание, есть подпись и печать. Покойница в контору составила его. Она озолотит любимца своего. Зачем собаке деньги? Ходить в универмаг? Бывает разве деньги у кошек и собак? Но стал миллионером осиротевший пес. И стал еще курносей его курносый нос. Квартира в самом центре, на 5-й авеню. Шеф-повар составляет на каждый день меню. На завтрак отбивные. Бифштексы на обед. На ужин фрикадельки, сардины и паштет. Он ездит на курорты. Здоровье бережет. По средам парикмахер под бокс его стрижет. Есть у бульдога вилла и новый кадиллак, и сшитый у портного собачий черный фрак. Согласно завещанию, живет при нем слуга. Он ездит с ним на скачки, на гонки, на бега. Огни реклам над городом пылают, как пожар. Пес едет развлекаться в ночной шикарный бар.
мирный свист. Бульдог танцует в баре, а варчий пол писк. Собачонок уже не узнает. Он в клуб миллионеров записан как банкир. У них он научился рычать при слове «мир». Печатают газеты с бульдогом интервью. Бульдог в них излагает позицию свою, собачью точку зрения на космос, на прогресс. И вот уже он избран на выборах в Конгресс. Наделать капитал.